Всем привет! Продолжаем путешествовать по Васильевскому. Опять наше внимание сосредоточено на арт-пространстве Эрарта. Находится на Васильевском острове. Часто туда хожу, захаживаю. Вот хочу вам показать несколько работ. Выставка группы «Безнадежные живописцы». Что пишут об этом. Группа «Безнадежные живописцы» возникла в Петербурге 20 лет назад, когда в сознании художественной элиты живопись была принципиально неактуальна. Группа объединила более 20 художников, которые были просто безнадежно влюбленные в живопись. «Безнадежные живописцы» опираются на традиции довоенной ленинградской группы «Круг художников», на опыт послевоенной школы Сидлина. Они позиционируют себя вне спекулятивной проблематики актуального искусства, но так написано, может, несколько сложно для восприятия, но тем не менее. Выставка – это ремейк по истории живописных состояний от Гогена до Дебенкорна. Вот такие картины интересные. Во всяком случае, это интересно. Мне было интересно пройтись, посмотреть. Это Анатолий Заславский, Борис Борщ, Алла Давыдова, Игорь Бурмистров, Владимир Яшки, Артур Молев, Юлия Сопина, Александр Румянцев, Ирина Васильева, Владимир Паршиков, Дмитрий Флегонтов, Иосиф Зисман, Илья Овсянников, Владимир Рогозин, и других художников. Вот такая выставка называется «На безнадежные живописцы». Проходила она в Эрарте. Собственно говоря, все, что я хотел вам рассказать, и посмотреть, куда смотрят. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Thank you.